Старт! Участие в спортивном мероприятии приняли более 50 мальчишек и девчонок дошкольного возраста. Задача перед маленькими лыжниками была непростая – пробежать 1 километр за заданное время. Для мальчиков норматив на золото составлял 8 минут, для девочек – 8,5. Несмотря на юный возраст участников, накал страстей был совсем не детский. Мальчик сзади меня хотел меня обогнать, и он не мешал. Я не сдавалась и бежала. Соперники так, чуть-чуть хорошо, но проехать мне было очень сложно. Я уставала с каждого проезда. И все, еле старался. Меня пытались обогнать, но я старался, бегал изо всех сил. И я падал несколько раз. Очень хорошо пробежал. Потому что у меня было очень много сил. Давай, умница. Бег на лыжах лишь первая из 6 дисциплин. Малышам в течение года предстоит сдать нормативы по силовой гимнастике, легкой атлетике, плаванию и другим видам нормативов ГТО.